девочки, куда мы хотим поступать? В Уральский федеральный университет. А почему мы этого хотим? Потому что это качественно, перспективно, доступно, престижно. И это все для нас. Девочки, а куда вы хотите поступать? Мы выбираем Институт государственного управления и предпринимательства. А именно, государственное и муниципальное управление. Девочки, а куда собираетесь поступать вы? В Институт гуманитарных наук и искусств. На исторический факультет. Направление туризм. Я единственный мальчик в нашей группе. И я поступаю в механико-машиностроительный институт. Мое направление будет машиностроение, а именно менеджмент высоких технологий. Эти ребята лучшее, что у меня есть. То, как не они достойны учиться, а ваши. И как сказал Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться! Смотри, я открыл новую теорию. Поступать в УРФУ нужно вообще всем без исключения. Знаете почему? Я считаю. Мелом я буду писать, следите за ходом событий. Есть школа. Школа. Вот, школа, да? После школы куда всем надо? Надо либо в техникум, либо в институт. В техникум, смотрите, в техникум. В техникум. Вы после техникума куда? Парни идут обычно. В армию. Это автомат, если что. Это автомат. Ну так вот. После этого куда они идут? На стройку! Кирпички таскать, перебольщики додать. Вот так. Но если вы пойдете в 11 класс после 9, и вы пойдете в институт и доучитесь там до конца, я покажу, какое будущее вас ждет. Вот, вы идете в институт, а именно не в какой-то там, а в Уральский федеральный университет, который находится в городе Екатеринбурге. То есть, УРФУ. Но не фу, потому что фу, а потому что Уральский федеральный университет. О! После этого, вы можете вот туда устроиться. Вот. Почему я объясняю именно так? Потому что перспективы, они огромные. Огромные перспективы Уральского федерального университета.